Дорогие братья и сестры Церкви, источник жизни, как уже объявлялось братьями-пресвитерами, и вы могли читать в бюллетенях, в нашей церкви проходит подготовка к миссионерской рабочей поездке в штат Неваду, в реп-центр «Новая жизнь». Мы приглашаем всех братьев и сестер, желающих поучаствовать в этой поездке, в этом труде на славу Господа. Она состоится с 9 августа и по 15, включительно 15 августа, в субботу мы возвратимся. Поэтому мы приглашаем всех братьев и сестер, которые желают потрудиться для славы Господа, присоединиться к этой поездке. Также есть большая насущная нужда в продуктах питания. Руководство центра просило меня обратиться к вам и попросить поучаствовать, потому что многие группы приезжают, и центр не в состоянии прокормить всех. Поэтому, пожалуйста, проявите такую ревность, дерзновение в служении Господу. Необходимы все продукты питания, которые вы сочтете нужным, не скоропортящиеся, чтобы и мы могли питаться во время служения в центре и могли оставить также для них. Пусть Господь обильно благословит вас, ваши сердца, ваши семьи, защитит на всех путях ваших. Надеемся на ваше понимание и надеемся на ваше участие. Вы также сможете свои пожертвования в виде продуктов питания принести в церковь. Ящик находится с левой стороны за каунтером, где вход в церкви, центральный вход в церкви. Пожалуйста, поучаствуйте, пусть Господь благословит вас.